Социально значимые законопроекты отныне будут выносить на общественное обсуждение. Такие изменения в регламент принятия региональных законов внесли окружные депутаты. Не отменить, а приостановить. Купить машину за счет средств материнского капитала многодетные семьи в скором будущем не смогут. Свое кладбище появится у жителей-искателей, земля на эти цели уже выделена, осталось только благоустроить. Социально значимые законопроекты отныне будут выносить на общественное обсуждение. Такие изменения в регламент принятия региональных законов внесли окружные депутаты. В частности, на общественное обсуждение будут выносить законопроекты по вопросам реализации мер социальной поддержки граждан, а также реализации прав коренных малочисленных народов, проживающих на территории округа. По мнению депутатов, при принятии решений по социально значимым вопросам должны учитываться мнения граждан, общественных объединений, средств массовой информации и других представителей гражданского общества. Мне кажется, совершенно правильно, что было принято постановление собрания депутатов о регламенте проведения общественного обсуждения, потому что на сегодняшний день успех нашей общей работы – это поддержка населения через общественное обсуждение, через открытую информацию, которая должна доводиться до каждого жителя Ненецкого автономного округа. Общественное обсуждение законопроектов будет доступно на официальном сайте собрания депутатов. Срок не менее 10 и не более 30 календарных дней со дня размещения. Рассмотрение замечаний и предложений, поступивших в ходе общественного обсуждения, будет осуществляться профильной комиссией собрания депутатов. Не отменить, а приостановить. Окружные депутаты в первом чтении приняли изменения в части использования средств регионального материнского капитала. Купить машину за счет сертификата многодетные семьи в скором будущем не смогут. Но право на приобретение снегохода или лодки им все-таки оставят. Ирина Цепитова подробнее. Согласно принятым поправкам, предлагается до 1 января 2016 года приостановить использование сертификата на строительство бани, гаража, приобретение автомобиля и товаров длительного пользования. За этот срок законодатели планируют изучить потребность многодетных семей в этих направлениях. Пока же, по мнению депутатов, трата средств материнского капитала на эти цели никак не влияет на улучшение качества жизни семей, а значит, не является рациональной. Специалисты Департамента здравоохранения, труда и социальной защиты населения провели детальный анализ реализации закона в части использования средств окружного материнского капитала с 2011 года по настоящий момент. Собранные данные показали, что при использовании средств сертификата на технику или другие нужды основная проблема многодетных семей, а именно необходимость улучшения жилищных условий, остается нерешенной. Многодетные семьи, использующие средства окружного материнского капитала на иные цели, не связаны с улучшением жилищных условий, остались нуждающимися в улучшении жилищных условий. По результатам проведенного анализа использование средств окружного материнского капитала выявлены случаи неэффективного их использования, а также недостижения целей, предусмотренных законом. Таким образом, приоритетными направлениями, на которые можно направить средства материнского капитала, по-прежнему остаются улучшение жилищных условий, образование ребенка и лечение. Но, несмотря на это, окружные парламентарии сошлись во мнении, что к указанным направлениям необходимо сохранить и право на приобретение некоторой техники. Речь идет о сельскохозяйственной технике, снегоходе, лодке и лодочном моторе. В первую очередь эти направления оставили для жителей сельских населенных пунктов, но с оговоркой: на средства сертификата приобрести можно только новую технику. Напомню, изменения в закон о региональном материнском капитале приняты в первом чтении, еще не вступили в силу. Ирина Цепитова, Роман Делимарский, телеканал «Север». 40 семей округа получат жилищные субсидии на переселение в климатически благоприятные регионы. В текущем году на эти цели в федеральном бюджете предусмотрено около 60 миллионов рублей. Для переселения жители Заполярья традиционно выбирают такие регионы, как Санкт-Петербург, Вологодская, Кировская и Архангельская области. Программа переселения из районов Крайнего Севера за счет средств федерального бюджета реализуется с 1996 года. Сегодня на учете состоят 2324 семьи. Средства на приобретение жилья выдаются, исходя из норматива 35 915 рублей за квадратный метр. В течение 7 месяцев владелец сертификата должен самостоятельно найти и купить жилье. И они самостоятельно действуют, граждане, на рынке жилья. То есть тот субъект, да, никаких рекомендаций ничего не дает. Куда поехать, где там, у кого покупать. То есть они покупают жилье как на первичном, так и на вторичном рынке. Единственное, что вот по этому закону можно купить только готовое жилье, то есть оформленное в собственность. То есть тут договор долевого участия по сертификату нельзя заключить. Приобрести жилье за счет федеральных средств могут граждане, которые имеют стаж работы в округе не менее 15 лет. Работники с первой и второй группами инвалидности и инвалиды детства имеют первоочередное право. Жители региона получат компенсации взносов за капитальный ремонт, но платить меньше станут только отдельные категории льготников, которые в соответствии с законодательством России и Ненецкого округа имеют право на льготы по оплате жилого помещения и коммунальных услуг. Для того, чтобы получить компенсацию, льготникам необходимо подать заявление в многофункциональные центры, которые располагаются в окружной столице, поселке Искателей и в сельских населенных пунктах района. При себе необходимо иметь паспорт, справку о составе семьи и свидетельство о праве собственности на жилое помещение. Компенсацию по оплате взносов получат определенные категории льготников. Это ветераны труда Ненецкого автономного округа, лица, награжденные до 1 января 2007 года почетной грамотой нашего региона. Люди, проработавшие в тылу с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года, не менее 6 месяцев, исключая периоды работы на временно оккупированных территориях. Либо награжденные орденами или медалями Советского Союза за самоотверженный труд, реабилитированные члены семей, реабилитированных люди, признанные пострадавшими от политических репрессий. Также льготу получат инвалиды и семьи, воспитывающие детей с ограниченными возможностями здоровья. В список вошли и вдовы, и члены семей погибших или умерших участников Великой Отечественной войны, жители блокадного Ленинграда, инвалиды Великой Отечественной. Кроме этого, в категорию льготников, которым будет возмещаться взнос на капитальный ремонт, вошли и люди, подвергшиеся воздействию радиации вследствие Чернобыльской катастрофы. Компенсацию получат только собственники квартир. Напомню, тариф на оплату капремонта составляет 6,5 рублей с квадратного метра квартиры. Данная процедура носит заявительный характер, потому что немножко есть небольшие расхождения с возмещением коммунальных услуг. В принципе, у нас практически те же самые категории льготников могут использоваться вот по этому направлению, по фонду капитального ремонта возмещения, но здесь есть одно маленькое «но», они должны являться собственниками. Для возмещения главное условие – это отсутствие задолженности по взносам на капитальный ремонт и своевременная оплата. Суммы в квитанциях станут меньше с 1 июня. Также предусмотрен и перерасчет выплат за первое полугодие. Алена Валей, Сергей Качегов, телеканал «Север». В поселке Искатели оборудуют кладбище недалеко от вертодрома, уже выбран участок земли. В течение лета его планируется благоустроить, к осени будет готово. Со дня основания рабочего поселка умерших хоронили на городском кладбище. Жители жаловались, что это не очень удобно, да и не совсем правильно. В прошлом году Заполярный район выделил поселку участок площадью более 65 тысяч квадратных метров. Территория под кладбище прошла проверку Роспотребнадзора и Рыбнадзора. Мы уже, в принципе, изготовили ограждение еще в прошлом году. В этом году будем устанавливать, огораживать. Ну и будем, естественно, выставлять на конкурс на обслуживание. Есть в планах туда и подъездную дорогу напрямую сделать. По требованиям, так сказать, церкви, что ли, она должна быть подъезд с запада. Кладбище будет располагаться в районе вертолетных площадок. Это место сухое, весной не затапливается. Все работы по благоустройству участка планируется закончить к осени. Двухлетний ребенок разгуливал по улицам Нарьян-Мара в одиночку. Об этом во второй части выпуска. И от бабушки ушел. По Нарьян-Мару разгуливал двухлетний малыш. Родственники уже за сердце схватились. Но благо напрасно. Подробности через несколько секунд. Очередь в детские сады продолжает расти. Какие меры необходимо принять, чтобы каждый малыш получил место в группе? Эту тему обсудили за круглым столом. Знак отличия «Материнская слава» третьей степени в этом году получат 4 многодетные матери региона. Знак отличия учрежден в целях обеспечения общественного признания, глубокой благодарности и высокого уважения к женщине-матери за заслуги в достойном воспитании детей и ее роль в укреплении семьи. Награды будут вручены в конце ноября, в День матери. Знаком третьей степени награждаются женщины, воспитавшие 5 или 6 детей, при условии, что младший уже достиг 18-летия. 29 ноября знак «Материнская слава» получат 3 жительницы Нарьян-Мара и 1 Омы. Это Евгения Кислякова, Вера Кудряшова, Надежда Малащенко и Ольга Соболева. Вместе с наградой женщины получат удостоверение и единовременное вознаграждение – более 50 тысяч рублей. Кстати, выплаты выдающиеся мамы получат раньше наград, уже в середине июня, так как деньги отправляются получателям в течение 30 дней после издания распоряжения губернатора региона. Какие меры необходимо принять, чтобы каждый малыш получил место в детском саду, вне зависимости от места проживания и состояния здоровья? Эти вопросы решались за круглым столом, доступность детского сада для каждого малыша. Сейчас в регионе работает 40 дошкольных учреждений, из них 11 в сельских населенных пунктах. Если в районе особой проблемы в устройстве малыша в детские сады нет, в очереди стоит 430 детей от 1,5 до 3 лет, то в окружной столице на сегодняшний день эта цифра перевалила за 1000. С 3 до 7 обеспеченность 100%. Хотя мы говорим, на сегодняшний день проблема обеспечить всех трехлеток дошкольным образованием, да, высвечивает все более и более ярко. Это связано еще и с миграцией, мы говорим, из сельской местности в город детей вместе с родителями. Также в этом году к числу нуждающихся добавились и 25 детей, которые прибыли с родителями в наш регион из юго-восточных областей Украины. Пока вопрос с обеспеченностью малышей детскими садами стоит остро, на помощь приходят группы кратковременного пребывания. В Нарьян-Маре они открыты на базах детского сада номер 62 и Доме детского творчества. Такие группы – это способ присмотра за малышами, адаптация и обучение ребенка общению со сверстниками. Полностью все соответствует всем требованиям. Воспитательно-образовательный процесс направлен на развитие умственных, художественных способностей ребенка. Они там у нас играют, рисуют, лепят, конструирование. То есть обыкновенный процесс, воспитательный процесс идет в этих группах. Пока дети посещают группы временного пребывания, они не снимаются с очереди в дошкольные учреждения. А у родителей есть возможность оставить ребенка на полдня под присмотром педагогов. Вопрос с нехваткой мест в дошкольных учреждениях можно решить и с помощью частных или семейных детских садов. Была даже семья, которая обращалась к нам в город. Давайте организуем, у нас вот у самих трое, уже четверо детей. И муж с женой, они оба готовы работать были в этом семейном детском саду. Но очень сложно подобрать помещение для этого детского сада. То есть их помещение должно соответствовать тоже всем нормам. Во многих регионах страны частные семейные детские сады уже давно функционируют. У нас же в регионе эта ниша пока не занята. Несмотря на то, что спрос на данную услугу будет высоким. Алена Валей, Леонид Шишелов, телеканал «Север». Двухлетний карапуз, разгуливающий по улицам города в одиночку. Жители Нарьян-Мара могли наблюдать такую картину накануне. Маленький путешественник удрал от бабушки, чем и поверг в шок всех родственников. Благо, все обошлось. Спустя уже несколько часов он вернулся в родной дом. Все подробности далее. Он боевой, смышленый, всем понравился, понимаете? Галина Чуклина до сих пор вспоминает маленького путешественника с улыбкой на лице. Это она обнаружила на конечной остановке в районе Кармановки двухгодовалого малыша, который с интересом разглядывал незнакомых дядь и теть. Мы рассуждаем, откуда это ребенок? Я говорю, видимо, из хорошей семьи, потому что ребенок чистенький, опрятный, веселый, понимаете? И он был такой счастливый, что он сидит здесь, вот в этом месте находится. И когда он увидал автобус, он просто тобусь, такой, знаете, вот, видно, что он ничем не отягощен, понимаете? Никаких у него проблем нет. Просто он радовался тому, что он вышел на волю. Галина Петровна сразу вызвала бригаду скорой помощи, двухлетний странник и в карете скорой покорил всех своей улыбкой и добрым нравом. Мальчика доставили в детское отделение окружной больницы. Ребенок при поступлении контактный, адекватный, в сознании, без видимых каких-то повреждений. Видно, что он ухоженный, что он домашний ребенок, вот, что за этим ребенком присматривают. Вот. Единственное, что обратило на себя внимание, это гиперактивность данного ребенка. Он уже, оказавшись в незнакомой обстановке, с незнакомыми людьми, себя достаточно вел свободно, непринужденно и всем интересовался. Медики сразу сообщили о юном путешественнике в полицию, стражи порядка сработали оперативно и отыскали родителей. Семья, как и предполагали все, кто успел пообщаться с малышом, благополучная. Мама была на работе и за ребенком присматривала бабушка. Когда же она отошла в туалет, шалун отправился на прогулку. В рассматриваемом случае родители малолетнего ребенка, который ушел из дома самовольно, находились на работе и оставили ребенка под присмотр своих родственников. И поэтому меры наказания приняты к ним не будут, а сотрудники полиции проведут профилактическую беседу. И вроде хэппи-энд, и вроде все счастливы. Родители оправляются от стресса, у малыша масса впечатлений. Все хорошо, что хорошо кончается. Но проблема безнадзорности детей в регионе растет, и это в год ребенка. Только за прошлый год возросло количество пьяных подростков, поступающих в детское отделение. Если в 2013 году их было 6, то уже в 2014 – 18. Впрочем, не только этой проблемой обеспокоена общественность, растет и количество пьющих родителей. К слову, в детском отделении окружной больницы уже 3 недели живут 2 сестры. Малышкам нет и 10 лет. Их маме в алкогольном забытии было совсем не до воспитания детей. За 21 день она ни разу не вспомнила о своих родных дочерях. Алина Волчейская, Вадим Стасюк, Леонид Шишелов, телеканал «Север». И смотрите далее в выпуске. Самый трогательный и незабываемый праздник в школах региона прозвенел последний звонок. Все это напутствие учителей, волнение родителей, грустные и радостные минуты для самих ребят. Самый трогательный и незабываемый праздник «Последний звонок». Сегодня он прозвенел для 751 выпускника из Ненецкого округа. Напутственные речи учителей, для которых эти дети стали частью жизни, волнение родителей, которым трудно поверить, что их ребенок уже взрослый. Грустные и радостные минуты для самих ребят – расставание с удивительным школьным миром. И хотя впереди еще экзамены и выпускной, в день последнего звонка они, как 11 лет назад, все вместе вышли с цветами на торжественную линейку, чтобы сказать школе «прощай». Олег Хатанзейский с подробностями. Со школьного звонка все начинается, им же и заканчивается. 1 сентября уже позади, 11 лет в прошлом. Сегодня для школьников последний звонок. Музыкальный спектакль в подарок тем, кто учил и воспитывал все эти годы. Каждый номер посвящение учителю, день, который те и другие запомнят на всю жизнь. Не просто праздник, настоящее прощание с детством и, конечно же, с любимыми учителями. Сейчас, когда последний день, я хочу сказать им слова благодарности, что очень люблю этих учителей, которые дали мне все. Потрясающие эмоции у меня, волнение, в тот же момент радость. Впереди еще экзамен, но о них сегодня ни слова. Уроки закончились. Те, для кого они начались только год назад, принимают эстафету. Подарок от первоклассников выпускникам — трогательные стихотворения и веселые частушки. И последний звонок, он для каждого свой. Программу школьной линейки держали в секрете, готовили сюрприз своим родителям. Для них это тоже особенный день, и эмоции переполняют. У меня, наверное, еще больше переживаний, так как ребенок покинет отчий дом. Вот, и боюсь и волнуюсь. Сегодня строгая фраза «звонок для учителя», которую школьники слышали всякий раз, когда торопились на перемену, уже не страшна. Этот последний звонок символизирует не перерыв, а скорее переход на новый этап. Первый в регионе последний звонок услышали выпускники первой городской школы. Линейка здесь началась в 10 часов утра. С родными стенами попрощались почти сотни ребят. В том числе и ученики первого и единственного в учебном заведении кадетского класса. Будущие МЧСовцы на линейке не плакали, не положено. Школьный рубеж они перешли торжественным маршем. Ну, конечно, с одной стороны, печально, что школу заканчивают. А так еще и радостно. А есть гордость за то, что все-таки первый кадетский класс он заканчивал? Да, есть такая гордость. Сегодня все очень красивые, но если у молодых людей строгий дресс-код, то девочки, конечно, нарядились. Впрочем, современные выпускницы продолжают не изменять той самой школьной форме, какую когда-то носили наши мамы и бабушки. Но какой бы ни был наряд, главное – настроение праздника. Волнение, нервничаю, очень сильно. Так радость, что 11 лет училась. Преподавателям очень сильно привыкла, и атмосфера это нравится. Не знаю, как-то страшно взрослой жизни выглядеть. И, конечно, сегодня они фотографировались вместе и вспоминали, какими были. Сегодня день, с которого начинается новая жизнь, и на нее у них уже много планов. Олег Танзийский, Роман Делимарский, телеканал «Север». Это были новости Севера от наших корреспондентов. Также ждем и ваших новостей. Звоните, пишите, присылайте нам свои фото или видео. Телефон службы информации 49003. Адрес сайта www.trksever.ru. Найти нас можно и в социальных сетях ВКонтакте, Твиттере и Фейсбуке. Смотрите, читайте, комментируйте. Давайте вместе делать новости. Ну а далее прогноз погоды.